наши женщины. Без сомнения, вы являетесь лучшей частью нашего коллектива. Вы делаете его красивее, светлее и радостнее. В этот женский праздник мы хотим вас поблагодарить и пожелать любви, счастья и хорошего настроения. И, конечно же, материального благополучия. Пусть в ваших сердцах всегда цветет весна. С 8 марта! Прекрасный день календаря, 8 марта, женский праздник. Мы поздравляем от души прекрасных дам, желаем счастья. Погоды теплой вам в семье, любви, добра и понимания, комфорта, нежности в душе и каждодневного внимания. Пусть будет радостная весна, а солнце светит безгранично, горят от счастья пусть глаза, чтоб было все отлично. Так много ласки и тепла, загадки, нежности и терпения природа женщине дала, и все по праву без сомнения. Так будьте ж вы всегда красивы, глаза пускай горят огнем, здоровы, молоды, любимы, с международным женским днем! В канун весеннего светлого праздника мы спросили у наших мужчин, кем для них в жизни является женщина. Для меня прежде всего женщина — это хранитель очага, это теплота, ласка, забота и добро. Для меня женщина – это радость, это судьба, это все самые лучшие чувства, которые я испытывал, испытываю и буду испытывать. Это то, ради чего стоит нам работать, служить, иногда быть героями и делать все, чтобы они были счастливы. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Вот ко мне ты спрашиваешь, что для меня является женщиной? Для меня женщина прежде всего мать. Мать наших детей, родина мать. Мать, которая нас родила. Прежде всего это мать. Это мои красивые детишки. Я-то страшненький, а красоту им дала она. В моей жизни самыми дорогими людьми является женщина. Это моя дорогая мама, моя красавица жена, моя любимая дочь и моя дорогая сестра. Женщина олицетворяет домашний уют, очаг, благополучие и благосостояние семьи. Женщина – это муза, которая вдохновляет на добрые дела. Женщина для меня в первую очередь вторая половина, мать, красота и любовь. Женщина, конечно, надежный тыл, а тыл – это семья, построенная на любви и доверии. Женщина для меня – это в первую очередь моя мама, которая дала мне жизнь и в последующем моим детям. Дорогие, прекрасные, милые женщины, мы сегодня поздравляем вас с Международным женским днем. От всей души сегодня вам желаем, чтобы полной чаши был всегда ваш дом. Любви, здоровья, личной жизни, счастья. Красивы будьте, радостны, добры. Живите в полной жизни, пусть все чаще судьба приносит вам дары. С праздником вас, дорогие женщины! В канун весеннего светлого праздника мы спросим... Стоп. Женщина для меня в первую очередь – это мать. Блин, Миша. Правда ли, что на 8 марта все женщины получат большую-большую премию? Миша. Женщина? А показывать нельзя? Женщина в моей жизни – это самые дорогие... Марта! Все.